Выдать Джулиана Ассанжа. Здание посольства Эквадора в Лондоне окружено полицией. Впрочем, штурмовать представительство сегодня не будут. Британский МИД заявляет, что по закону требуется предупредить дипломатов за неделю. Ранее министр иностранных дел южноафриканской страны Рикардо Патино обвинил британские власти в намерении вторгнуться на территорию дипмиссии для ареста основателя WikiLeaks. Австралиец находится на территории дипмиссии с середины июня. Тогда же Ассанж попросил у Кита политического убежища. С тех пор власти Эквадора неоднократно заявляли о своей готовности рассмотреть просьбу. Ожидается, что ответ на него запрос будет известен уже сегодня. Ассанж хочет избежать экстрадиции в Швецию, где его ожидает судебное преследование по обвинению в сексуальных домогательствах. Австралиец заявляет о своей невиновности, а преследование называет политическим. Он утверждает, Стокгольм может выдать его США. Там к основателю WikiLeaks есть претензии из-за обнародования секретных дипломатических документов. Мы получили предупреждение из Великобритании. Нам сообщили, если окажем помощь Джулиану Ассанжу, наше посольство будет атаковано. Мы заявляем, что Эквадор не колония Великобритании. Наше правительство уже приняло решение в связи с Ассанжем. Оно будет оглашено сегодня.